Включаем наш передатчик. Заходим в меню реверс. Смотрим, чтобы наши каналы 3 и 5 были в одном положении. Далее заходим в микшеры. Первый микшер, открываем его. Наш третий канал привязан к пятому. Диапазон 100%. Наш микшер будет работать от выключателя А. И как мы видим, мастер, третий канал, слейв, пятый канал. Выключатель А. Еще одна немаловажная деталь. Заходим в меню параметр. И смотрим, чтобы наши каналы, пятый и седьмой, в частности пятый, не был привязан ни к какому выключателю. Все, наш передатчик готов к работе. Включаем наш передатчик. Подаем питание на собранную схему. Мы видим, что один мотор ругается, не хочет работать. Для того, чтобы он работал корректно, необходимо откалибровать регуляторы. Для этого включаем питание, стик газа максимальное положение, подаем питание. Все, наши регуляторы откалиброваны.